Всех приветствую. В районе Тосмур продается трехкомнатная квартира 2 плюс 1. Расстояние отсюда до моря 340 метров максимум. Гостиная совмещенная с кухней. Сторона здесь восточная, а также северная. Эта сторона восток. Эта сторона север. Территория казны Турции. Тут ничего строить не будут на данный момент. Это или парк, или что-то вроде него. Для строительства здания запрещено. С этой стороны у нас вид на горы. Также там есть парк. Фасад здания. Здание где-то у нас 15-16 лет. Балкончик огромный. Квартира продается пустая. Цена 89 500 евро. Айдат 100 лир. Есть лифт и территория. Бассейн, кажется, тоже есть. Я еще его не увидел. Спущусь и вам покажу. Так. Входим в квартиру. 89 500 евро. Просторная 2 плюс 1. Здесь коридорчик. Санузел. Здесь прихожая. Так. Входите, шкафчик с этой стороны установите. Дополнительная спальня. Здесь как минимум 12 квадратных метров, 12,5. Второй балкон. Эта сторона восточная, также южная. Отсюда видно море. Вот. Рядом у нас магазин А101, 50 метров впереди с правой стороны, а также центр района Тосмур. Отсюда до речки 500-600 метров максимум, если вы пойдете в ту сторону. Там речка Тим, там у нас море, песчаный пляж, подземные проходы к морю. Смотрим, есть ли бассейн. Да. Вот бассейн, дорогие зрители, и территория ухоженная. Айдат 150 лир. Это хозяйская спальня, а также санузел. Здесь 13-14 квадратных метров. Второй санузел. Этаж у нас пятый, он как шестой. Еще есть верхний этаж, дуплекс. Сейчас покажу я вам. Раз, два, четыре квартиры на этаже. Он пятый, он как шестой. Вместимость 3-4 человека. Тут 6 ступенек. Также, дорогие зрители, рядом есть и сеть магазинов Мидрес, банкоматы, рестораны, все, что нужно для жизни. Открытая парковка. Бассейн. Ремонтируют. Закрыли. Также выход с этой стороны.
Надо попробовать. Поголодал. Итак, дорогие зрители, звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. Вариант очень хороший, цена очень хорошая на данный момент. Наверное, хозяин не поднимет цену, так что звоните. Район Тосмар как бы близок к центру города. Тут песчаный пляж, речка Дим рядом, парки хорошие есть. Еще достроят новые парки в районе Тосмар, потому что его месяц назад открыли на как бы строительство. Сейчас позволяют строить здесь новостройки. Здесь территория, земельный участок дорогой, за это цены здесь выше, чем в других районах. Но на данный момент везде цены поднялись, из-за этого пока что здесь цены хорошие. От меня совет: инвестируйте в район Тосмар. Всем пока-пока.